Всем привет, ребята, меня зовут Джон Доу, и мы продолжаем проходить Final Fantasy XVI. Вот что удивительно, сразу скажу, я только что показал вам меню, да, как я запускал игру, и буквально вот нажал на кнопку, и все, я уже в игре. Загрузок даже не было. Это круто, я такого что-то не видел уже давненько. Не самая благоустроенная дорога. А кому за ней следить, по-твоему? Все разбежались из Амора. Даже не верится, что здесь вообще кто-то жил. Впереди деревня Стилвинд. Вернее, то, что от нее осталось. Гилы взял две штуки всего. Что-то как-то маловато на самом деле. Несерьезно. Пойдем. Получается, смотри. Давай-ка мы сейчас пролезем здесь. Вперед! Что у нас тут? После успешной атаки с помощью квадратика нажмите треугольник, чтобы вызвать магический взрыв. Хорошо, давай погнали. Не так приятненько, знаете, бить. Иди-ка сюда. Зацепил меня, скотина. Гоблины. Значит, все правда. Пойдем вперед, их может быть больше. Нереально доставляет интерфейс, очень классно сделан. Они вот реально классный интерфейс сделали в Final Fantasy 12, и с тех пор они как бы его дорабатывают слегка визуально. Вот нечто подобное было еще и в 14-й финалке. Что-то еще здесь, бутыль с тоником силы, хорошо. Видимо, увеличивает урон. Будем иметь в виду. Радушный Стилвинд. Не зевайте, милорд. Еще враги. Опять они. Вот, да, получилось. Что еще предлагает? С трупов некоторых врагов можно получить гилы или предмет. Ну, понятно. Мы же это знаем. Добили, красиво вышло. Минус один. Ну пока все довольно просто, да. На одну кнопку жмешь и побеждаешь. Пресс квадратик to win, да? Вот сюда можно еще залезть. Давайте посмотрим, что у нас тут имеется. С этой стороны обойдем. Зелье. Хорошо. Интересно, как часто здесь будут боссы, какого они качества. Вот это бы хотелось узнать. А, типа перепрыгнуть. А, нет, приложить усилия. Давай-ка это я забираю. Тут что-нибудь есть, можно подняться выше. Это таким вот образом они выделили то место, куда идти. Вот эти вот бабочки светящиеся. Это вот, к слову, о том, о чем я говорил... Еще в The Last of Us прохождении. Осторожно, милорд. Часть из них умеет колдовать. И немалая. Хлопот нам не оберешься. Следующий. Добили. Давай назад. Новые враги на подходе, замечательно. Как раз то, что и нужно. Так, секундочку. И вон еще один сзади. Сейчас, получается, нужно вовремя увернуться будет.
И вон последний вроде. Нет, еще не последний. Как там под... А вот, да, на кружок. Рывок Феникса. Немножко подзабыл. Все, подлечились, пошли дальше. Надо немножко просто разыграться. Научиться всем пользоваться. И потом это все грамотно комбинировать. Еще зелья нашли. Да, у нас теперь их более чем достаточно. А теперь куда вопрос на миллион, хотелось бы узнать. Ну да, здесь прям... Производительность проседает моментами, это не очень приятно. Плюс мне написали, что здесь разрешение падает вплоть до 720p в режиме производительности. В то время как, если ставить качество, то там 30 fps будут, но картинка будет сильно лучше. Сейчас посмотрим, может быть, в итоге я и переключу. Мы рядом с деревенской площадью. Может, хоть гоблинов не будет? Вот проныры. Мы в ловушке. Милорд. Я думаю. Вот тот главный. Но сперва придется одолеть его свиту. Ну что, проредим стадо? С радостью. Готов? Следующее. Вот, да, уже пободрее прям становится. Где еще? Остался только один. Но похоже нет, да? Да. Чудно, он позвал друга. Вставайте, сэр Уэйд. Продолжаем. Крупные враги. В бою с крупными врагами стоит действовать осторожно. Они подавляют нападающих с помощью мощных атак и обладают большим количеством ОЗ по сравнению с оппонентами поменьше. Чтобы нанести такому противнику урон и заодно сломить его дух, используйте дар Феникса. Лишенная воли, цель будет ошеломлена. Не сможет действовать и окажется уязвима к атакам. Небеса. Вот это удар. Постарайтесь увернуться, как на второй соберется. Я и сам это усвоил. Хорошо получилось. Далее, враг, чья шкала воли заполнена лишь на 50%, будет частично ошеломлен, что ненадолго упростит проведение успешных комбинаций атак. Хорошо? Ну, пока что как-то довольно просто, вы знаете. То есть, пока боевка кажется довольно примитивной. Когда шкала воли опустеет, враг окажется ошеломлен. Наносимый ему урон будет увеличиваться с каждым ударом. Макс за 150%. Общий показатель нанесенного урона отображается, когда цель придет в себя. Ага. Ну, короче, пока все довольно просто. Причем уворачиваться от его атак тоже, в общем-то, просто. А, то есть, топ. И получился зуб по щам сколько раз, да? Я могу, умею, практикую, ребята. Ой, стоп, косяч. Вот я вот то, что и сказал, да? Эх, кося... И каждый удар начал пропускать. Прикиньте, нельзя мне говорить, что легко уворачиваться, да, по всей видимости. Да что ж ты делаешь? Это я прям вошел во вкус.
Пропустил вообще все атаки последние. Могу, умею, практикую. Получилось. Используйте квадратик в момент вражеского удара, чтобы парировать его ненадолго, замедлить время и получить шанс контратаковать. Хорошо. Но уже вроде не надо этого, да? Что-то маловато в этот раз. Давай попробуем отразить атаку и посмотрим, что произойдет. Не получилось. Секундочку, давай еще раз. Бей. Поздно. Подожди, хочу научиться. Бей. Поздно. Еще раз. Получилось. Да, прикольно. Хорошо. Боевочка начала развиваться, но опять же пока все довольно просто. То есть все держится на таймингах. Которую стоит только подучить, и все будет хорошо. Угу, новый уровень получили, замечательно. Теперь я 6-го уже. После важных боев на экране выводятся отдельные результаты, статистика и награды. Последние зависят от ваших успехов. Это могут быть предметы, снаряжение, очки способностей и очки опыта. Хорошо. Трус, вернись и сражайся. За ним, не то других позовет. Снаряжение способности. Снаряжение может существенно улучшить характеристики, это понятно. Не меньше влияния на исход боя оказывают удачные способности, понятно. Хорошо, сейчас мы, ребят, все поймем. Так, характеристики, хорошо. Предметы, подожди-ка, снаряжение... Стоп. Да-да-да-да, это я понял. Можно, если что, назначить. Теперь характеристики. Снаряжение. Ну да, это мы знаем. Кольцо, это мы не будем ставить. Подожди, а где мы нашли? Стоп. Вот сюда нужно вставить. Защита выросла у нас, хорошо. Способности, что мы можем прокачать? Очки способности 152. Что-то могу сделать? Ну-ка, нажмите крестик и квадратик, чтобы быстро приблизиться к врагу и нанести удар. Давайте. Находясь в воздухе, нажмите крестик квадратик. А, хорошо. Потом удерживайте квадратик, чтобы меч Клайва окутал огонь. Хорошо. Потом смотрим. Удерживайте R2 и тачпад, чтобы перевести внимание врага на себя. Не хочу. Восстановиться, если враг отбросил вас назад или сбил с ног. Хорошо. Потом, находясь в воздухе, нажмите X, чтобы ударить врага поблизости. Ага, хорошо. Нажмите треугольник, чтобы усилить магический заряд. А, хорошо. Ну и давай вот эту штуку прокачаем уже. А, не хватает. Все, пошли. Вот, уже хоть что-то. Знакомые движения из Devil May Cry. Вон он. Ну, засранец мелкий. Чтоб тебя. Теперь мы не пройдем здесь, да? Или пройдем? Пройдем. Так, а ну иди сюда. Тебе конец. Сейчас что-то будет, судя по всему, да? Очень большое и страшное. Что это? Проклятие!
Мальборо? На юге? Милорд, держитесь подальше от его пасти. Дыхание этой твари хуже, чем ее укус. Стоп, не та кнопка. Не, я вроде нажал, не получилось. Ладно, еще продолжаем. Хорошо получилось. Есть. Сейчас давай в сторону отходим. Куда это он? Да кто бы знал. Ох, черт! Ну уж нет. Увидев синий световой сигнал в ключевой момент боя, успейте нажать квадратик, чтобы нанести сокрушительный удар. Давайте. О, хорошо, как смотри. Назад. Половину почти сняли. Оп, стоять, пропустил. Увлекся чуть-чуть. Точно, забыл про парирование. Случайно вышло на самом деле. Но он скоро вернется. Мне проигрывать нельзя. Увидев красный световой сигнал, включил момент боя, успеть нажать R1. Хорошо, я понял. Последние усилия, милорд. Назад. Упс, стоять, что-то как-то не ожидал такой атаки. По-моему, мы его разозлили. А лучше бы умертвили. В сторону. Так, подожди. Получилось. Иди сюда, иди к папке. Получилось. Давай в сторону. Оп, что-то я немножко прошляпил. Получилось. Ну, в принципе, босс легкий, бой был довольно прикольный. Без восторгов, нормально.
Сейчас боевочка дальше будет раскрываться, я думаю, будет веселее. Милорд, спасибо. Поверить не могу. В Розарии развелись не только гоблины, но и Мальборо. Я попрошу его светлость прислать людей. Не задавим врага здесь, он явится к нашим воротам. Нужно идти. Это место лучше покинуть до заката. Если поспешим, то успеем прибыть к вратам Феникса до наступления ночи. Проклятый мор. Перемещаемся дальше, я правильно понимаю? Интересно, насколько большой здесь мир и разнообразный. Спустя некоторое время. Врата Феникса, Великое герцогство Розария. И тут вспыхнуло тысяча красных глаз. Нет, вы погодите, дослушайте до конца. Его светлость обнажил меч, главный гоблин с воплем побежал, и прямо в пасть Мальборо. Больше эля, больше баек. Парни, пейте и веселитесь, завтра нас ждут важные дела. Должно быть приятно, когда твой ученик добивается признания. Юному лорду уготовано великое будущее. Да, может, однажды он даже соизволит присоединиться к нам. В чем дело? Ни в чем, отец. Просто устал. Да, день был непростой. Они все обожают Клайва, да? Верно. Твой брат станет прекрасным щитом. Мы очень гордимся им. Отец. Почему доминант всегда рождается в нашей семье? Это несправедливо. Мы не можем жить без дара кристаллов. А их магия проявляется через нас. Джошуа, ты благословлен. На бытие доминантом. На обладание силой Айкона. Наша семья избрана, чтобы делиться ею с другими. Мы исполняем свой долг. Следуй за мной по просторам зеленым. Следуй за пламенем в мраке рожденным. Песня Розарии славит в веках. Феникса крылья в живительный взмах. Вместе с ветром над островом Сторм. Громче, друзья, громче! Видишь, как в небе сияющим пламя вьется?
Танцует, трепещет, как знамя. Слушай, Розария, к жизни зовет. Огненной птицы священный полет. Вместе с ветром над островом Сторм. Думаю, меня никто не хватится. Бедная Джилл. Она же будет тебя искать. Вот тебе и верный пес. Так вот, где ты прячешься. Зачем ты сюда пришел? Не нашел тебя на перу? Щитам позволено отдыхать только во время застолья, но... Я не любитель пирогов и эля. А я не люблю овощи. Говорят, ты убил Мальборо. Все воины расхваливали тебя. Раньше такого не случалось. В начале службы ко мне относились как к знатному неженке. Не умея обращаться с мечом, так бы и остался посмешищем. Неудачным первенцем эрцгерцога. На самом деле все верят в тебя. Я завидую. Ты не прав. Они верят не столько в меня, сколько в мощь доминанта. Мой брат Феникс, владыка жизни и смерти. Так нечестно. Им должен быть ты. У меня нет таланта, чтобы вести наш народ. У меня нет силы. А у тебя есть. У каждого свой долг. Нас с тобой определили еще предки, назначившие доминанта эрцгерцогом Розарии. Они поступили так, чтобы Феникс мог восстать и спасти нашу страну, когда та окажется на краю гибели. Судьба Розарии находится в руках доминанта. Твой долг — нести это бремя. А как же ты? Я рожден быть твоим щитом. Дар Феникса дан мне для того, чтобы беречь нашего будущего правителя любой ценой. Я не подведу тебя даже в самый трудный час. Спасибо, Клайв. Я знаю, что ты позаботишься обо мне. Но сначала ты должен сам позаботиться о себе. Хорошо? Я пойду внутрь. Мне давно пора спать. Спокойной ночи, Торгал. Ты гумилаха, да? Припасы из столицы. Сами съели часть, вот и задержались. It's a
Хорошо, что на севере полно ушлых торговцев, поставляющих нам вино. Оставишь одну бочку верным стра... Что за дела? Ворота взяты, капитан. Действуем по плану. Неужели это... Прошу прощения, мой принц. Это я, Уэйд. Вы, должно быть, не помните меня? Помню, в чем дело? На нас напали. Я не знаю, кто именно, но они уже подожгли половину замка. Ваше высочество, вас нужно спрятать. Хорошо. Я готов. За мной, ваше высочество. Встать на крыло. Угу. Ага, теперь играем пацаном. Враг уже пробрался в замок? Боюсь, что так, ваше высочество. Поспешим. Что-то чую я, для пацана плохо все кончится, да? И он, возможно, предатель. Вот не знаю, у меня такое подозрение. Посмотрим, прав я или нет. Что это было? Я должен помочь им. Все охвачено огнем. Назад, ваше высочество! Он чужак! Нет, я выполню свой долг. Ага, понял. О, получилось, нифига себе он мощный. Я видел их на Перу. Они смеялись. Одежда из Сен-Бекрийские. Но зачем империи? Нужно найти отца. Чё-то чую, и папку убьют, наверное. Опанцы. Здрасте, ребята. Хорошо вышло. Давай добивай. Молодцом. Проклятие. Эти ублюдки повсюду. Разве империя нам не союзник? Зачем они так поступают? Вон еще. Все, готов. Я быстрее справился, лошара. Пойдем. Кто кого защищает вообще, не пойму. Что за фигня? Тайлер!
Проклятие. Раны глубокие. Я могу спасти его. Ваше высочество, я... Не волнуйся, все будет хорошо. Я задержу их. Клайв! Джошуа, как ты? Тайлер, ты ранен? Буду жить. Хвала его высочеству. Ваша светлость, лорд Мёрдок. Вы спасли юного принца. Браво, сэр Уэйд. Боец, я в долгу перед тобой. Благодарю, ваша светлость. Здесь нельзя оставаться. Идем к дальним воротам. Пусть ветер мчит тебя в Розалит. Как вы посмели упустить эрцгерцога и доминанта? Найти их! Северные ворота впереди. В стойле есть чокобо. Отец, доставьте Джошуа в безопасное место. Нет, без тебя я не пойду. Ты ведь мой щит, не забыл? Не забыл. Потому и буду сдерживать натиск врага, чтобы ты успел спастись. Я прикажу оставшимся воинам собраться у ворот. Ступайте. Я исполню свой долг, а ты будешь исполнять свой. Я знаю. И отца охраняй. Я полагаюсь на тебя, Джошуа. Ну пойдемте зажигать. Мне, блин, интересно, слушайте, прям что-то капец залип. Что-то я забываю уворачиваться, прям пру и пру. Хорошо. Мы опоздали. Все мертвы. Сейчас, погоди, а куда нам идти-то? Так, я слепой. А, там как-то было, подожди. Какая-то кнопка отвечала за... Я забыл. Сюда показывает, ладно. Проклятие. Нет места... Ага, понял. В снаряжении место закончилось, значит, там ограничение на количество поушенов.
Капитан. Взять их. И не щадить. Как прикажете. Разделайтесь с колдуном. Остальных я возьму на себя. Хорошо вышло. Все, что ли? Что-то как-то легко слишком. Справились. Вы как? Цел. А вот насчет отца и Джошуа не уверен. Нужно вернуться. Опачки. Не так все просто оказалось, да? Клайв, осторожно! Уделите мне минутку. Это имперский драгун. Вот каков ты щит, получивший дар Феникса. Что ж, он не спасет тебя. Так, подожди. Не получилось, хотя я вроде нажал. Стой, подожди, я не уворачивался, именно пытался отбить атаку. Стой смирно, подлец! Получилось? Стоп, иди-ка сюда. Ах, блин, хотел увернуться. Красиво, не получилось. Это все, что ли? Он уязвим. Ну же, Клайв, бейте! Ты пожалеешь об этом, сопляк. Да ёшкин кот. Получилось. Ну да, пока что-то прям совсем изи все это дело. Конечно, если без лечения проходить было бы посложнее. Повеселее. Ну посмотрим, если так и дальше будет, будем пытаться без хилок проходить. Блин, хотел парировать, не получилось слегка. Да что ж такое не получается? Ай-яй-яй, Дмитрий, не тупи. Пытаюсь просто учиться парировать, как бы все дела, поэтому я еще, типа, ну, не уворачиваюсь, а пытаюсь парировать и получаю по щам в итоге. Ну, это было прям легко. У нас новый уровень, замечательно, 8-й.
Вы ранены? Цел. Гляжу, они прислали драгунов. Имперские гадюки. Выходит, вторжение началось. Еще нет. Отряд слишком мал. Они хотели захватить замок. Им нужно было взять кого-то в плен. Дело сделано. Пора вернуться к отцу. Милорд, смотрите. Эти ленты выдали лишь вчера, в Розалите. Если уже тогда враг был среди нас. Что если их больше? Отец и Джошуа в опасности. Поспешим. Зовите свою чокоба. Что это? Это по-любому молодой Сефирот был, да? Что у этого тоже глюки? Торгал, ты цел? Хвала небесам! Ваша светлость, все в порядке? Пока что да. Мы отправимся в Розалит, чтобы собрать войска. А тебе поручаю вернуть Джошуа в столицу. Залезай, сын. Отец! Сожалею, ваша светлость, но вынужден отказать. Вы презренные змеи! Назад, предупреждаю! Беги, Джошуа, беги! Предатели! Ваше высочество! Бегите! А ты будешь исполнять свой. И отца охраняй. Я должен... Должен был... Клайв, я... Я полагаюсь на тебя, Джошуа. Боги! Убить его, живо! Айкон! Это Феникс. Феникс? Джошуа! Лорд Мёрдок, его высочество! Джошуа, остановись! Он потерял контроль. Я должен что-то сделать. Спасти его! Нет, милорд, уходим. Клайв! Спасибо, подруга. Ты спасла меня. Помоги ей встать и уезжай. Умоляю. Джошуа, тебе больно?
Не сейчас. Ну же, ты его щит. Исполни свой долг. Спаси его. Милорд? Как? Что это за... Нет. Второй айкон огня? Но это невозможно. Охереть. Вот это жесть. Кто? Кто ты? Кто ты такой? Оставь меня в покое. Убирайся! Охренеть! Не приближайся, не то я убью тебя! Ага, огонь, прицеливание, уклонение, я понял. Сейчас, погоди. А тут нельзя сохраняться. Ладно, давайте продолжать тогда. А, вот прицеливание. А, пропустил. Косяк. Я убью тебя. Айкон? Нет, быть того не может. Есть лишь один айкон огня. Хватит. Это же... Аподитерий? Он все разрушит. Упс, пропустил. Ну здоровье, конечно, у него до хрена. Он и замок уничтожит, и людей вместе с ними. Его нужно остановить. И спасти всех. Получилось. Фух, благо. А то я уж напрягся, уже думал, проиграю.
Я дал брату обещание. И сдержу его. И исполню свой долг. Какой-то ад происходит вообще на экране. Если у вас что-то мало здоровья, используйте кружок, чтобы полностью восстановить запас здоровья с помощью заклинания Пламя Возрождения, хорошо? Нет, я не позволю тебе навредить им. Но это Богомут. Поздно. Мое пламя может и мерцает, но никогда не погаснет. А, все, да, класс. Торгл. Хватит! Руки прочь от моего брата! Помоги! Клайв, помоги! Джошуа! Довольно! Довольно! Я поклялся защищать его. Пожалуйста. Прошу, хватит. Джошуа! Нет! Убийца! Я тебя прикончу! Я тебя уничтожу!
Короче, прям вообще жесть. Это самая жестокая финалка из всех, однозначно. Ну, кроме там, я только нулевую не помню. А так, вроде это самая жестокая, да. Тут еще и матом ругаются. Жуть какая. Прошу, помогите. Да уж, этот монстр набедокурил. Жаль, что с Фениксом все так вышло. Ну, уже ничего не изменишь. О, соболезную, ваша светлость. Чем мы можем помочь? Вы и так уже помогли, капитан. Джошуа был для меня всем, а теперь его нет. Я могу лишь уповать на то, что в желанном мире его лучезарности найдется место и мне. Ясно. Ваша светлость, сюда. Видимо, обломки защитили мальчика от жара пламени. Возьмем его в плен? Не нужно. Убейте. Нет. Мой муженек вечно лопотал о том, какой он славный воин. В имперских передовых отрядах явно будут рады такому пополнению. Пусть знает свое место. Какая ж сука, слушайте, ужас. Берем его. Выше нос, юнец. Ты станешь солдатом? Джошуа. Начало, это только типа было вступление, охереть. Ну прям вообще огнище, я прям в каком-то диком восторге. Однозначно лучше вот предыдущий, уже даже в самом начале. Очень круто. Тринадцать лет спустя. 873 год Валлистийской эры. Ущелье Нисы, Республика Дальмекия. С возвращением. Прошу прощения. Какова обстановка? Скажем так, стычка Шивы с Титаном не упростила нашу задачу. Итак, все так и есть. Крестоносцы начали отступление. Пойдем за ними. Сержант, наш друг погиб. Если мы вернемся без головы Шивы, то разделим участь Биаста. Уж лучше сразиться железнокровками, хоть погибну в бою. После тебя, конечно же. Я не умру. Не сегодня. Что же, решено? Не умрем. А теперь, с твоего позволения, отправимся в погоню. Пробужденный. Случайная встреча. Хорошо. Багровый вихрь, волна жара, способности Айкона Феникса теперь доступны для изучения и улучшения на вкладке способностей. Я понял. Так, получается... Дополнительные материалы, хорошо. Короче, ребят, что могу сказать? Это пока что офигительно. К боевке есть вопросы. Что-то она какая-то... Ну, блин, она неплохая. Но, типа, не предел мечтаний. Это далеко не Devil May Cry, даже и близко.
В целом бои довольно простые достаточно, да. Как бы, ну, типа без восторгов, нормально. Пока нормально, надеюсь, дальше она будет развиваться и будет круче. А почему я не могу сохраниться? Видимо, потому что разговор идет, подожди-ка. Никак, наша цель девчонка, что держит поводок. А вроде вот все, теперь, короче, они договорили, я могу сохранить. А че я не могу сохранить? Что за фигня? Когда было последнее сохранение? Случайная встреча. Вот, кажется, да, был все-таки автосейв. Поэтому на этом все-таки, ребят, давайте и закончим, потому что что-то я не пойму, что за фигня. Еще раз проверим. Нет, нельзя. Ладно, ребят, спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать пальцы вверх, комментировать, также подписываться на канал, на телегу подписывайтесь, на Twitch подписывайтесь. Не забывайте поддерживать канал рублем. Это помогает ему развиваться и не позволяет закрыться. Ссылки все в описании. Ребят, всем спасибо, всем пока.